Владимир Бехтерев – знаменитый психиатр, который стал первым в мире ученым, применившим научный подход к исследованию человеческой психики. Его работа и открытия оказали значительное влияние на развитие психиатрии и нейрофизиологии. Бехтерев родился в 1857 году в России и проявил интерес к наукам еще в юном возрасте. Он получил медицинское образование и затем посвятил свою карьеру изучению психических расстройств и функций мозга. Одним из важных достижений Бехтерева было создание рефлексологии, научной дисциплины, изучающей рефлексы и их связь с психическими процессами. Он проводил эксперименты и исследования, чтобы понять, как различные стимулы влияют на реакции организма. Бехтерев также разработал методы диагностики и лечения психических заболеваний, включая использование гипноза и психотерапии.